Так, внимание, друзья, конец апреля, сегодня 29, 28. Сегодня Благовещение, но я считаю, что все, что поможет нам вырастить сады, не может служить грехом, не может служить осуждением со стороны верующих. Вот он. Прежде всего надо знать каталог, потому что это каталог случаева в мире сада. Я не это. Ну хорошо, уговорили. Лучшего сибирского сада, лучшего северного сада. Наверное, в мире есть еще и получше, и плоды, и сады. Только почему-то там 40 обработков за лето, а у меня ни одной. Почувствовали разницу? И так приближается весна, а где-то она заканчивается. Так, проверка записи идет. И она заканчивается где-то, и кто-то в следующем году скажет, закажу железо, черенки, закажу косточки, но, к сожалению, я не вечность. В августе 44. Что я сказал? 44. Вот это я по Фрейду. 74. Почему я сказал еще 44? Итак, массовая скидка. Черенки в два раза, 100 рублей за штуку, а это уникальная вещь. Вот, самое полезное, самое здоровое, самое долговечное, это черенки сибирского сада. И косточки абрикосов, слив, вишен, черешен тоже снижают цену до 15 рублей. Ну, заодно и не только с косточек, но и семечек. Вот, кодовое слово «гость». Написали в заказе в гости, значит, вот это и будет. Вот это вот массовая скидка будет. Вот это мы проходили, я читал это словами, рассказывал, говорил, как хитрые, все хитрости. Вот, а теперь сравните, кстати, уже я пока листаю. Видите, вон у него 30, стало 15. Вот. Черешня 30, стало 15, вишни, сливы было 20, стало 15, ну и так далее. Значит, давайте я сейчас самое главное скажу, что надо знать словами. Ну так получается, что до сих пор это выглядит так. Половина примерно, Валерий Константинович, сами. Вот я вам 1000 высылаю, я 2 высылаю, я 5 высылаю, вы мне сами. И тут я начинаю плыть. Елки-палки, а я же не знаю, выше, чем мы эти самые подвойные, скромные. А он, может, рассчитывал, что у него будут во сразу через 3-4 года. Ну, тогда надо было заказывать культурные. Вот. А я же тоже этого не знаю. Тогда я опять начинаю с людьми не торговаться, нет, объяснять. Вы будете прививать? Ну, вообще-то не хочу. Ну, тогда вот вам набор, который прививать не надо. И так далее. Итак, минимальный заказ косточек 1000 на 1000 рублей. Почему не на 500, на 300? Скажите, ну, тут тоже деньги есть, 100 рублей деньги. Ну, если вспомнить очереди на почте, вот сразу меня поймете. Лучше никакого заказа или сразу 1000. Так, дальше я расшифровываю, что такое 1000. Уточняю. Всех заказанных вами сортов в сумме, а не каждого в отдельности. А то некоторые думают на 1000 одних, на 1000 других. Нет. Вот. Ну, и я иногда вхожу в положение. Вспомните, какие у нас доходы. То по договоренности. Итак, любого наименования в заказе, заранее расфасованных по 10 штук, не меньше 10 семечек или косточек. Вот расфасованный по 10, когда? Вишни, черешни, сливы, еще в январе. Абрикосы, еще некоторые виды, в феврале. И вот теперь, чтобы вам 8 штук сделать, это что, разрывать пакет, в котором уже 2-3 месяца лежат в эти самые мешочки по 10 штук? Нет, приходится говорить так, хочу 10 таких, 10 таких, 10 таких. Вот так вот. Вот. Исключение персики.
так как они дорогие, 100 рублей штука, то можно и один заказать косточку, и 5, и 7. Тут особый случай. Но их все равно не с Нового года их уже не стало. Очень популярны, несмотря на предельную цену. Теперь заказ всех от 500 и более косточек и семечек, 10% скидка. Вот. А если 1000 штук заказал, таких немного, но за всю зиму, ну, человек 5. 20% скидка. Просьба понять, что эти условия не заставляют вас заказывать все десятки наименований. Просто мне трудно проводить дни бесконечной очереди на почте. Там все сокращают, сокращают персонал, а отца до 30 километров. Примечание. Полная предоплата. Пересылка семян. Давайте укрупню вот этот текст. Пересылка семян. Расходы на посылки бандероли по России 300-600 рублей. Кстати, не обязательно. Это тяжелые посылки могут быть и 800, и 1000. Сюда я включаю двойную почтовую упаковку. Я вам показывал упаковку. Это и полиэтиленовая специальная почтовая упаковка. Вот. И картонные коробки специальные, тоже стандартные, тоже почтовые, не самоделки. И все это стоит денег. Еще зависит от веса и расстояния. В Украину теперь под вопросом. Вопрос снимается. Черт возьми, не Украину. Так. Дальше, значит, Беларусь и Казахстан на 1000-2000 рублей. Бывает и дороже. Вот. Ну, тем не менее, вот так. Пересылка семян. Да, и сразу скажу, черенки я воздерживаюсь долго. Будет эти 20-30 дней. Особенно вот именно сейчас, весной. Зимой нормально. А весной просыпаются в посылках и может вы ее выбросите, вместо того, чтобы использовать. Вот. Почтовый перевод. Но сейчас это вот в этом году только один случай был, когда по почте прислали деньги. Вот. А так сейчас все проще. Есть электронный адрес, кстати. Есть вот этот телефон, есть городской. Вот. И мобильный. Вот этот мобильный телефон 960-776-8672. Он привязан к карте Сбербанка. Вот. Дальше. То есть можно выслать деньги за несколько секунд. Высылаю именно в дальние зарубежья. Да, высылал. Это было еще недавно, а сейчас воздерживаюсь. Что такое дальнее зарубежье? Высылал в Финляндию, в Латвию. Вот. А, да, пожалуй, и все. Это считается, кстати, дальним зарубежьем. А другие, кто живет в дальнем зарубежье, ну, обычно это наши русскоязычные, они говорят так. А у меня тут возле границы в городе друг живет, родственник живет. Пришлите в Россию, но на границе, а дальше не ваша главная боль. Тут я высылаю с удовольствием. Так. Ну, а вот это вот, если брать в целом, мои семена стали саженцами в Канаде, Израиле, Прибалтике, Монголии, Германии. Информация по саженцам. Вот. Итак, это семена мои, вот, которые переехали границу. Неважно как, главное переехали. И информация по саженцам. Этим занимается мой сын и моя невестка. Железов Сергей и Железова Татьяна Александровна. Вот. У них есть, видите, свой адрес. Питомник Железов @mail.ru. Есть телефонный, но вот этот телефон самый главный. 8-913-444-31-78. Его жена Татьяна, прием заказа именно на саженце. Сейчас уже все заканчивается, уже на посылке они высылают, отказываются. Ну, на месте еще какие-то там по углам саженцы еще можно выкопать. Этим они занимаются. Так, теперь вот это, наверное, пропустим. Ну, хотите, почитайте сами. Вот. Хотите, я вам укрупню и дам минутку, чтобы вы вот это почитали. Общая информация. Вот. Посмотрели. И идем дальше.
Ой, что мы тут видим? Сейчас, наоборот, сейчас поменьше делаю. Итак, книга, которая вся продана. Я ставил 30 экземпляров. Я уже высылал Путину, высылал Лукашенко, людям, от которых зависело тираж этих книг, значит, одобрение, чтобы можно было перейти на новые технологии, наконец-то двинуться, даваться вперед. Ну, их помощники как-то не оценили, а значит, лично в руки ни Лукашенко, ни Путина эта книга не попала. Но в их библиотеках, я должен гордиться, они мне сообщили, чиновники, что ваша книга в библиотеке личной Путина, то есть президент, нет, не личной, президентской библиотеки Путина и президентской библиотеки Лукашенко. Ну, ее больше нет, то есть вам уже не досталось, кому не досталось. Я написал, закончилась бумажная, есть электронный вариант. Пожалуйста, читайте с экрана. Вот. Заканчивается бумажная книга Железова. Немного осталось, 10-20 экземпляров. Записка зачарованного сибирского садовода. А если бы ее посмотрели люди подходящего, как сказать, уровня, ну сейчас таких, наверное, в Академии нет. Они бы сказали, вот она, Нобелевская премия, тут одна Нобелевская премия, и тут одна Нобелевская премия, вот. Давайте быстренько, это, нам надо славиться, подумай, металлург, вот. Все равно открытие сделано, но не случилось. Итак, эта книга заканчивается, и есть электронный вариант, видите? Так вот, книг всего четыре. Первая книга, это моя Скурдюма, вот она. Есть электронный вариант. Вот та книга, которую я поговорил, высылал Путин и Лукашенко. Есть электронный вариант. И вот эта последняя книга с Нобелевской премией. Ну, читается так легко. Вот. Это, и не зря говорят, жизнь она это, не простая штука. Нет, она не простая, она еще проще. Вот и пришлось доказать, что сильно заумная получилась наука, садоводство. Попростили, и, пожалуйста, результат. Ну, какой результат? Я часто вот это показываю, смотрите. Вот это вот. Сейчас я возьму, сюда зайду. Вот, чтобы меня болтуном не считали. Вот это мой сайт. Вот это фотогалерея. Вот. Единственный на планете сад, единственный. Сейчас, кстати, он начинает зацветать. Вот. Это особый случай. Это мировая сенсация. Вот. Но когда те, кто со мной общается, обращаются к ученым и говорят, вы как к железу относитесь? Ответ, к какому железу? Дальше не надо говорить. К какому железу? Вот. Вот это все, вот это все, и есть две Нобелевские премии. Вот, но у нас в стране нет людей, способных оценить, из тех, кто принимает решения. Итак, возвращаемся в каталог и говорим дальше. Вот они книги, их можно изучить любому человеку. Вот, есть новинка, брошюра, 100 рублей один экземпляр. А если 4, это вообще 50 рублей штука. Представляете, за 200 рублей 4. Покупайте вместо всякой ерунды. На 8 марта, на 23 февраля, на день рождения, на Новый год, на Рождество. Вот. И дарите всем подряд. Особенно дачникам. Здесь стоит ее прочитать, и миллионная потеря в садах уже не будет. Вот, потому что у нас, например, возьмите вот этот пункт, обрезка спасающая, губительная. Вот эта губительная обрезка, она, это звериная технология, звериная. Вот. И, наконец, последняя книга «Садоводство для избранных судьбой. Тайны плодовых деревьев». Вот она. Тоже 1050 рублей, электронной нет и не будет, надо продать бумажную. Диски. 20 штук дисков. Есть, ну, половина из них вместе с это, снята вместе с телевидением, а значит качество гарантировано. Да и телевидение херней бы не стало заниматься.
То есть она бы пустопорожними разговоры на моем саду не вела. Вот. Она снимала отдельно сад с огромными, крупными, огромными, красивейшими плодами, которых нет ни в одном научном учреждении. Вот. И заодно мои советы, мои секреты. Вот получилось 20 дисков. Все что угодно. Стрекация семян, пожалуйста. Черенки животворящие, пожалуйста. Вот. Мои поездки в Москву, в Челябинск, Красноярск, везде фильмы, 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 везде экран, везде этот самый указка электронная, указка и тайны, тайны, тайны. Никто никогда на всей планете не смог этого, не то что повторить, не смог этого придумать, не смог этого, как бы это сказать, не смог это все это не слова. Все это воплотить дело. Единственный случай. Одни учат, другие пытаются вырастить. А те, кто учат, оказывается, никогда сами не растили. У меня таких примеров много. Вот, я сейчас не хочу отвлекаться. У меня будет вебинар. Если сегодня 28-е воскресенье, так. Кстати, с праздником вас, Благовещением. То завтра вебинар. Я покажу там очередной доктор наук. Посадка груш в ямку, чтобы они сгнили. Раз. Значит, выщипывает почки нижние. Я в таких случаях вот так делаю. Нижние скелетные почки, будущих скелетных веток выщипывает. Так. Знаете, сколько там корней? Я потом покажу. Ахните. Два обрубка вот такие. А третий маленький корешок. Ой, я вот как вам и показать это мужика неудобно. Он гордо говорит, я доктор наук. У меня 8 или там 6 изобретений или этих самых сертификатов, правда, на малину. И взялся учить нас выращивать эти яблони и груши. Вот. Ну ладно, это я потом покажу. Отправляю всех в понедельник на вебинар. Вы скажете, а где этот вебинар? А я скажу, вот здесь, смотрите. Вот. А вот здесь вот. Вот здесь вот у меня гостевая книга, вот она. И вот она объявление. Вот она, видите? Вебинар 29-го. Найдете здесь, можете меня найти в начале. А я вам уже сообщу. И так бывает. Итак, вернулись каталог, 20 дисков, в которых вся моя агротехника. Ну, в общем, государственная премия тут обеспечена. Но это если бы были люди, которые способны это оценить. Вот. Электронные варианты некоторых дисков. 300 рублей. Смешная цена за диск. Это же сейчас бутылку водки, если купишь за 300 рублей, то это значит все, самопал. А вот диск настоящий, вот они. Так. Привычные ножи. Вокруг меня много талантливых людей, один из них делает вот эти ножи. Вот. Их тоже я включил в каталог, иначе как, откуда люди будут знать, где взять нож, потому что импортные настоящие ножи, они, к сожалению, очень-очень дорогие. Вот это за 3,5, это считается уже дешево. Самодельные, а электросароватка. Вот. Обычно покупают вот такие. Вот. Я был в Москве, проводил вебинар, семинар. Вот 20 человек меня окружает, есть целая съемка, целый час я рассказываю, учу. И я этих людей, все 20, это самые отчаянные, которые хотели научиться привать, и сотни. Остались 20 человек и сотни. Вот. А я накануне сказал, все придите с ножами, а у нас нет. Купите, купили. 19 из 20 были вот такие. Обыкновенный перочинный нож. Одна пяточка для окулировки, а мы тут при чем? Нам надо заточку на одну сторону, к сожалению, нет. На две стороны, а попробуй переточить. Будут проблемы, да и невозможно. Нормальный нож уже не будет никогда, если переточить на одну сторону. Итак, вы видите то, что предлагается в готовом виде. Станочек. Вот его телефон. Но телефон для тех, кто живет рядом, а для остальных, для всей России, только через меня.
Ну и дальше что? Урожай 22-23. Семена урожая 22 сходят лучше, чем 23. Теперь это исторический факт. У меня сотни примеров. Абрикосов еще много семян. Ну, семя это общее название. Косочек. Вот. Это уникальность, единственная в России, на планете коллекция. Другой такой нет. Вот видите, сколько абрикосов. Смотрите. Считайте. Вот. Все это по баночкам, все это на сертификации. Вишни. Вот они. Вот. Черешни. Вот, скажите, в Сибири черешни. А в Сибири черешни действительно нет. Есть только два сада черешневых. А то, что вам продают на рынках, говорят, да вот с этого же города, как Сомска, там нет черешневого сада. А саженцы есть, значит, обманывают людей, кругом обман. Персики закончились. Слива осталось только Китайка красно-желтая, она сладчайшая и подвой великолепный. Видите, сколько всего закончилось? Сувенир Востока, я называю, царица сада. Слива закончилась. Богатырская венгерка закончилась. Ника закончилась. Чернослив Козловского. Эти все закончилось. Ладно, идем дальше. Ну, в общем, груши закончились, кроме уссурийской дикой, которую я использую как подвой и вам советую. И сибирьки взяли и закончились. Видите, как весна. Ну, не рассчитал, думал, спрос будет хуже. Спрос оказался более-менее. Вот. И есть у меня действительно косточки фаин королевских ранних поздних Филиппа изолированного. Есть такая у нас поселок Черемушки, а там мой друг живет. Вот. Ну, понятно, что фамилию просил не называть. Пусть будет пианист. Поселок Черемушки. У него в саду всего 5 абрикосовых деревьев. Вот они, фаина королевская, ранние, поздние. Они не имеют соседей, вроде манджурцев. То есть они их некому не то что испортить, но нету рядом плебеев, назовем. Общее название ассорти. Вот есть люди, которые говорят, а мне вот что, бортеля действительно, может быть, они из этого. Из культурного, косточки вырастет культурные, а не пока. А вдруг опылил мажорис. Вот это имейте в виду. Так, каталог железовых. Это уже будет следующая тема. Вот, сын Железова, невестка Железова, они выращивают саженцы. Вот, я про них рассказывал, ну, наверное, еще расскажу и не раз. На этом позвольте мне откланяться. Итак, это будет серия за номером 2 о состояние дел, учитывая, что, ну, может еще май продавать. И тоже, знаете как, сходит прямо посылка. Но я для того и цену сбросил, чтобы вас не сильно травмировать. Вот, поэтому то на то и выйдет. Сейчас я получаю очень много. Для этого есть вебинар. Я получаю очень много от вас сообщений и везде прорастает, 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 прорастает. Каждый день идет со всей стороны. А я радуюсь, потому что когда в те годы было 2-3 случая, а мне не взошлось. Мне так обидно, мне даже стыдно, как будто я в этом виноват. А пойди угадай, почему у меня не взошло. Чуть не хватает в сыром песке той же сырости. Не проснется, чуть-чуть избыточная сырость, ну, может быть, заплесневеть, сгнить, поняли, да? Позвольте на этом откланяться. Значит, еще раз возвращаюсь с самого начала. С самого начала и говорю. Кодовое слово гость. Сказали гость, написали гость. Значит, это обойдется вам почти за полцены. Черенки за полцены, кольский часть за полцены, часть за треть цены. То есть за 2/3 цены. Пожалуйста, заказывайте. Вот. А чтобы вам и теле было заказывать. А куда делся этот самый? А вот здесь фотогалерея, вот она. Итак, этого не может быть никогда. Персики, черешни, неукрывные, и все это в сибирском саду. Вот. Вот это я хотел на этом остановиться.
урожай. Рекорды были, прежде воды не фиксировались, а тут Иллиния приехал, вот она фиксация. Мазурский патриарх, 40 ведер, сердец Украины, 40 ведер, еще 1000 косок остались лежать. Показывал, рассказывал, а вот и телевидение. Покажу несколько фотографий, что нас не забывают. Вот приехал этот ведущий телеканала «Усанева». Вот он, видели? Вот, Кундасев. Я горжусь его. Посмотрите, как он меня уважает. Это вы думаете, он мне просто так вручает? Вот нам, от души, по-дружески. Нет, он заодно и рекламирует. Вот этот вот самый, как его назвать-то? Ну, короче говоря, ранцевый, этот, пшик-пшик. Ранцевый, ну, назовем его, ну, называется «Успех», но это ранцевый. Ну, вот когда маленький пшикаем, одеколон, как это называется? Слово вылетело из головы. Вот. Ну, в общем, вы поняли меня, да? А потом он ко мне начинает разбираться. А это телевидение. А я пригласил рекорды ставить. Вот это. Вот. Вот видите, он сейчас будет учить меня, как им работать. Вот. Ранец на шею. И. А вот знаете, что не дает на тот момент? И это не попало на съемку. Знаете почему? Дело в том, что я вообще не пшикаю. Вообще. Вообще. А вот этого не знал. Ему надо, чтобы люди покупали такие штуки. А у меня только это вот такой маленький, это пшик-пшик для этого. Питомник там больше не надо. А взрослый сад, он вообще не нуждается в опрыскивании. Он сам себя защищает. Вот. Вот туда идет съемка. Вот. Вот смотрите сюда. Видите, за его спиной лежит 10 ведер абрикосов. Но их на самом деле больше, с одного дерева. Но 10 это собрали, а потом оказалось, что ведра кончились. А их еще осталось 3 раза постольку. А потом еще падали. И на этом, заметьте, не лапша. Вот, не лапша. Нет, не лапша. Черешню видели? Чай видели? Вот. Есть такие вещи невероятные. Химера железа. Представляете, химера, вот она, да. А говорят, железо, Платинков, фу, у них химеры. А вот бы эти бы химеры показали бы это, Путину бы на стол. Ни одного грамма яда, химера. Вот. Видели, да? Вот так вот. Черешня в Сибири. Всего 2 сада на всю Сибирь. Вот. Знает об этом ученые? Вряд ли, это неинтересно. А, это как они могут знать, если этого не может быть никогда? Ну все, друзья, я заканчиваю этот разговор. Успевайте, учитывая скидки, заказать семена. Как я вам вроде бы объяснял? Да по WhatsApp, железо. Самый простой сейчас способ в наше время. Вот. Набираете 8-960-776-86-72. WhatsApp и просто у меня это же каталог. Все, благодарю за внимание.